Как только на город опускается ночь, загораются яркие разноцветные огни новогодних гирлянд. В этом году в Самаре украшены даже башенные краны. Чтобы придать строительным машинам новогодний вид, застройщикам пришлось нанять специалистов и на некоторое время приостановить работы. Приятно проехать, посмотреть то, что строительство в наше время как бы не только создает такие красивые конструкции, сооружения, но и при этом может украсить как-то город. В этом году принять участие в украшении города изъявили желание сразу 14 строительных компаний. Такой ажиотаж в Самаре впервые. Я думаю, что вот такая практика, она в городе приживется, и, может быть, даже застройщики будут в будущем, ну, участвовать в конкурсах, кто лучше и интереснее украсит город новогодней иллюминацией. Яркими огнями в ночное время горят башенные краны почти во всех районах города. У каждого своя особенная цветовая гамма. В праздничное убранство одеты больше десятка башенных кранов. Украшать город яркой иллюминацией они будут на протяжении всей зимы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».